Успех одних нас вдохновляет, успех других вызывает недоумение. В этом смысле портал Women's Day решил пойти дальше, отмести лишние эмоции и отобрать из успешных барышень города Челябинска самых-самых. Три финалистки определились спустя месяц. Ими стали конькобежка, призер Олимпиады Ольга Фаткулина, директор интернет-телевидения Нина Амалини и организатор социальных проектов Саша Версаль. Эти девушки набрали большее количество голосов читателей портала, а также редакционного жюри. Yeah.